Всем привет! Вы на канале ТВ Распаковки. Сегодня будет рубрика ТВ. Продолжаю вас знакомить с разными тюнерами Т2, С2, спутников, комбо. И сегодня у меня на обзоре будет вот такой тюнер от компании UTC Т2. Эта компания известна как под брендами UTC. Иногда в Украине есть, они встречаются как Юклон. Очень много хороших моделей, как Юклан Денис, Юклан B6 и другие модели очень хорошо себя зарекомендовали. И вот сейчас я вам покажу ресивер этой компании Т2. Он предназначен для приема цифрового телевидения эфирного. Вот, посмотрим, здесь он принимает каналы Т2, сигнал аналогового ТВ, компрессия MP2, MP4, поддерживает расширение 1080p, 1080i, 720p, 576p и 576i. Многоязычные меню, функция MultiView, функция PairWay Shift, это когда подключать USB носитель, можно записывать программы, потом пересматривать, если вдруг пропустили. Поддерживает наружные USB носители, есть цифровой аудио-видео разъем, есть выход HDMI, два разъема USB 2.0, поддержка разных форматов мультимедиа, EPG, автоматический ручной поиск по каналах. Так что вот такой тюнерок, такой синей коробочкой красивой. На коробке написывает, что он поддерживает Megagoo, IPTV, YouTube, работает с Wi-Fi адаптером. Это мы все проверим. Сейчас откроем, посмотрим на комплектацию. Итак, открываем коробочку, и тут нас встречает инструкция. Это тюнер как бы бюджетной линии Т2, так что он недорогой. Ну, сейчас посмотрим, как он работает. Вот такая инструкция. Здесь все на украинском языке. Он предназначен для украинского рынка. Ой, вот цифровой эфирный приемач. Ну, тут вы видите, здесь на русском языке полностью все описывается. Кнопки, там куда USB, куда что. Два USB выхода спереди, сзади. Есть для Wi-Fi адаптера, для USB флешки, описано пульт. Ну, инструкция очень понятная, где все, что надо, все есть. Так, дальше. В комплектации идет такой блок питания. 5 вольт, 2 ампера. Ну, стандартный, как в всех тюнерах. В комплекте идут батарейки, это хорошо. Шнуры и тюльпаны. Вот. Видите, три. Вот такой в комплекте идет пульт. Вот такой, как бы похожий на все остальные. Здесь бренд UTC описано. Так, и вот сам такой тюнерочек небольшой. Блок питания тоже хорошо, что выносной. Я вот я люблю тюнерки, когда блок питания выносные, потому что вдруг что случилось, можно с легкостью его заменить. Сейчас мы разрежем и посмотрим, какой он внутри. Покупал я этот тюнер в Украине на сайте Prom.ua. Так, вот здесь кнопочки включения питания, меню переключения каналов. Здесь циферблат, сюда ставится USB накопитель. Вентиляция хорошая. Сбоку тоже есть вентиляция. И вверху такие маленькие щелочки. Ну, так, вверху тоже написано бренд UTC, HD, USB Power U, Full HD. Сзади антенный вход, USB вход для подключения Wi-Fi адаптера, HDMI вход, аудио правый, аудио левый, и видео выход, и питание. Ну, для этого больше ничего тюнера и не надо. Вот такой коробочки. Идем подключать. Итак, подключили данный тюнер к телевизору. И вот смотрим, какое нас встречает меню. Для начала нам нужно отсканировать Т2 каналы. Выбираем вот это меню поиск. Режим поиска Т2. Все каналы.
Выбираем регион. Ну, здесь стоит Россия. Сейчас посмотрим, есть ли Украина. Так, вот какие. Словения, Чехия, Швеция. Вот сколько можно регионов есть. Сейчас мы поищем Украину. Так, вот есть режим Украина. У меня антенна с усилителем, поэтому нужно включить питание антенны. Включено. Теперь нажимаем автопоиск и ищем каналы. Вот поиск пошел. Сейчас посмотрим, что у нас найдется. Какие каналы отсканирует. Так, идет сканирование. Так, продолжаем сканировать. У меня получается две вышки, поэтому каналы принимают с двух вышек. Ну, будет их 64, а не 32. Но посмотрите, вот уже даже да, есть два радиоканала какие-то. Вот. 64 канала уже нашло с вышки. Но продолжает дальше сканировать. Каналы одинаковые, только последние 4 немножко отличаются. Областные, там 11-й. Днепр, ну смотря у кого, я нахожусь в Днепропетровской области, поэтому такие областные. Вот. Так, сканирование доходит до конца. Сейчас мы это все проверим, как оно. Все, 64 ТВ канала и 2 радио. И вот включается первый канал. И пошел сигнал, видите? Канал работает. Дальше вот этот канал. Тоже сигнал пошел. Ну, в общем, картинка ничего. Мне нравится. Пойдем дальше. Нажимаем кнопочку меню. Сейчас пройдемся по меню. Первое, это у нас редактор канала. Можно двигать каналы вперед-назад. Есть стили гид. Сортировать по транспондерах или как надо. Автонумерация. Включить это, если включить, то каналы выставлятся там, как они идут, с 1 по 32. Автообновление каналов тоже можно включить. Ну, кто это любит функцию. И сейчас выйдем, посмотрим, у нас был. Вот видите, они уже, каналы переместились. Так, дальше, следующее меню, это формат экрана. Выбираем авто, разрешение, ТВ-формат. PAL, измерение громкости. Измерение громкости все. Это чтобы иногда есть такой, один канал идет громче, один тише. А вот если поставить все каналы, и примерно одинаково они будут по звуку. Это настройка прозрачности, контрастность. Там вот каждый что. И это панель. На панели тюнера, чтобы смотреть или время было, или номер канала. Кто как выберет. Идем дальше по настройкам. Настройки, это я уже показывал, это сканировать каналы. Здесь настройки времени, тоже выбираем свой регион авто. Киев, Украина, таймер сна, режим ожидания. Все здесь есть. Теперь здесь. Язык меню русский, программы передач, это тоже кому как удобно. Тут и выставить себе какой язык, русский, украинский, звук. Следующие настройки. Родительский контроль, установить пароль, сброс на заводские настройки, информация, это версия прошивки, версия ПУ. Обновление ПУ можно обновлять через USB и OTA, это через воздух вручную. И настройка сети. Сейчас мы подключим к нашему Wi-Fi. Ищем вот Wi-Fi адаптер и вводим пароль от моей сети. Ввели пароль, сохраняем, ждем, пока подключится к сети Wi-Fi. Так, ожидаем. И вот подключился. Вот видите, здесь уже вот этот значок, все подключено. Нажимаем на exit, на выход. Настройка сети готова. Сейчас посмотрим обновление ПУ через OTA. Нажимаем старт. Обновление, все, сбой не идет, потому что, ну, нету новой версии.
Переходим к функции USB. В функции в USB есть мультимедиа. Здесь проигрывать можно файлы смотреть, проигрывать видео, музыкой, смотреть фотографии с флешки. Следующее. Здесь можно, если установить флешку, смотреть записанные файлы, передачи, настройка записи. Тоже мы выставляем записывающие устройства, выбираем какое. Буфер 2 гигабайта, 4. Сколько нужно, чтобы влезла записи. Таймшифт включенный. Ну, это при подключении USB-устройства, это очень удобно. Можете поставить, записать какой-то фильм или футбол, пойти погулять, потом прийти, и все будет написано. И вот формат записи тоже такой будет. Дальше идем. И интернет, какие у нас функции. Вот интернет, посмотрим, погода, как у нас работает. Видите, погода все показывает на 5 дней. По разных городах суммы, все можно пересмотреть. Здесь видим, извинилась, до 28 городов можно смотреть погоду. Так что интересная функция, если интересна погода. Так, сейчас посмотрим, как у нас работает YouTube. А YouTube у нас сбой, эта версия не поддерживает пока YouTube. Это нужно немножко обновиться. Ну, прошивочку можно найти в интернете, на флешечку установить, и YouTube будет работать. Есть также раздел RSS новости. Вот, посмотрим. Вот, видите, новости, кто хочет почитать, если что. Эта функция здесь есть. Есть режим IPTV. Если у вас, например, 32 канала, хотите расширить, чтобы больше, скачиваете плейлист. Их сейчас много. Можно платного какого-то провайдера выбрать или есть бесплатный. Загрузите, смотреть больше каналов через сеть интернет. И кинотеатр Мегаго. Сейчас тоже потестируем. Мегаго, видим, загрузилось. Сейчас посмотрим, идут фильмы или нет. Там что-то пошло, все, фильм Мегаго работает. Так что такой тюнерок мне понравился, бюджетный. Можно и фильмы Мегаго посмотреть, каналы. Что еще, ну, для просмотра надо? Куда-то на дачу поставить, на кухню. Можно использовать как основной тюнер. Вот такой у нас тюнерок от компании UTC. Если понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Нет, ставьте вниз. Спасибо за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч. We'll be right back.